Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сменить обои на вашем смартфоне Sony Xperia 5 второго поколения. Для начала разблокируем наше устройство. И затем зажимаем свой палец на рабочем экране, на месте, где нет ни виджетов, ни приложений. Просто зажимаем палец и далее жмем обои. Перед нами сразу появляются стандартные обои. Такая небольшая библиотека. Ну как небольшая, достаточно. Достаточно-таки большая. И здесь, в принципе, очень много обоев с очень хорошим разрешением. Можем выбрать что-то среди них. Но также мы можем нажать на мои фото и выбрать любую фотографию из галерей. Ну, давайте приведем пример с какими-нибудь заводскими обоями. Сверху жмем «Установить как обои». И сейчас мы выбираем, куда мы их хотим установить. А мы их можем установить только на главный экран, на экран блокировки, либо же и туда, и туда. Давайте установим и туда, и туда. И видим, что на главном экране они у нас поменялись. Так же, как и на экране блокировки. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!